Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Накануне глава Тувы Шалбан Караул принял отставку министра строительства республики Владимира Фалалеева, который в течение последних 2 лет возглавлял ведомство. Премьер не скрывал, что причиной ухода стали так называемые пробуксовки, связанные с государственной программой по переселению из ветхого и аварийного жилья, сообщает Тува Онлайн со ссылкой на Федерал Пресс. Отмечается, что Тува наряду с Амурской областью, Забайкальем, Карелией и Еврейской автономной областью входит в число российских регионов, где в последние годы буксовала государственная программа по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Однако в последнее время в этих регионах усилена работа по реализации государственной программы. Так, в Туве в конце лета было объявлено, что республика уже выполнила планы переселения на 30%, а к концу года попробует удвоить этот результат. В преддверии столетия советской милиции на площади Победы Кызыла прошел гарнизонный развод. Инструктаж сотрудников, в частности управления Министерства внутренних дел Кызыла, заступающих на несение службы суточного наряда на территории города. Масштабное мероприятие, в котором приняли участие практически все сотрудники полиции, вневедомственной охраны и участники народных дружин, прошло в торжественной обстановке. К вековому юбилею советской милиции традиционную процедуру немного изменили. Перед тем, как до личного состава довели оперативную обстановку на территории столицы Тувы, наиболее отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные медали, благодарственные письма и почетные грамоты. В сегодняшнем инструктаже было обращено внимание на вежливое и корректное обращение с гражданами, на своевременное прибытие на все вызова граждан. И также обращено внимание, чтобы сотрудники всегда были заинтересованы в разрешении вопросов, которые возникают у населения, когда они звонят в полицию. Ну и сегодня вы здесь также видели присутствие все руководители правоохранительных структур, члены правительства, мэрии. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы ввели это в постоянную практику и будем уже на регулярной основе проводить такие инструктажи. Работы на улице Ангарский, бульвар 10, идут к завершению. На сегодня заасфальтированы 3 автопарковки и мини-баскетбольная площадка. Также подрядчики провели монтаж ограждений. Идет установка детских и спортивных элементов. Сейчас продолжаются работы по установке светофоров. На днях начнется монтаж опор уличного освещения и дорожных знаков, а также нанесут дорожную разметку. Также планируется заасфальтировать территорию перед АЗС, которая находится в этом микрорайоне. Торжественно перерезать красную ленту городские власти планируют 15 ноября. Напомним, реконструкция улицы Ангарский, бульвар 10 ведется за счет программы формирования комфортной городской среды. Жители этого крупного микрорайона проголосовали за благоустройство этой дворовой территории. В Кызыле на территории Центра кинологической службы МВД Тувы проходят учебно-методические сборы кинологов силовых структур региона. Так, в первенстве приняли участие сотрудники полиции, УФСИН, пограничного управления ФСБ, Тувинской таможни и отдела Федеральной службы войск республики. В данный момент у полицейских кинологов служат около 40 собак. Также сотрудники центра на замену старому поколению уже обучают новых щенков. Огромное море тестов. Но самый главный тест – это ощущение самого профессионального кинолога, который отбирает этих собак. То есть там смотрится, во-первых, самое главное, на что смотрится, это бабушки, дедушки, отцы и матери, прабабушки, прадедушки. Если они рабочие, то обычно процентов 90 того, что щенок вырастет тоже рабочим. Но еще отбор идет по направлениям службы. Если, допустим, нам необходима собака для самого сложной следовой работы, то отбирается собака, которая постоянно что-то нюхает, ищет и так далее, которая умеет играть, которая умеет что-то искать уже. Чтобы мы с ней не начинали с нуля, а уже брали и готовили. Кроме того, на этапах сборов были смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным. Для собаки все по-настоящему. Имитаторы с запахами, идентичными с натуральными, и преступники которых необходимо задержать. Подобные сборы проводятся с целью повышения профессионального мастерства кинологов, совершенствования уровня подготовки и методик дрессировки служебных собак общего профиля и специального назначения. Кроме того, по итогам сбора пройдет отбор лучших сотрудников кинологической службы для последующего участия в соревнованиях по многоборью кинологов, а также обмена опытом между специалистами.
Тува на втором месте в Сибирском федеральном округе по росту промышленности. Республика по динамике промышленного производства почти втрое опережает средние по Сибири темпы прироста. По данным Новосибирскстата, с января по сентябрь текущего года рост производства промышленной продукции в Сибирском федеральном округе составил около 4%. В Туве же промышленные отрасли прибавили более чем на 12%. Это второй результат по Сибири после Республики Алтай, где сложился самый высокий в округе индекс – около 40%. На третьем месте Красноярск, край, в котором около 8% роста. Отмечается, что промышленность и в целом экономика Тувы сохраняет позитивную динамику с 2016 года, по итогам которого правительство России включило Туву в число 40 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 25 копеек, евро 68 рублей 70 копеек. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба! В РБТРУ акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТРУ. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. В Туве прокурором района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера общеобразовательного учреждения. Установлено, что главным бухгалтером одной из школ Тандынского района путем завышенного перечисления заработной платы на свой расчетный счет похищено более 600 тысяч рублей. В действиях бухгалтера усматриваются признаки преступления – мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Уголовное дело направлено в Тандынский районный суд для рассмотрения по существу. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, к обвиняемой предъявлено исковое заявление о взыскании с нее похищенных денег. Общественный совет при Министерстве здравоохранения Тувы завершил независимую оценку качества оказания медицинских услуг более 30 медицинских учреждений. Проверялось качество оказания медуслуг как в амбулаторных условиях, так и в стационарных. Всего членами общественного совета было обработано 1300 анкет, проведено 10 контрольных закупок и 8 контрольных мероприятий непосредственно в лечебных учреждениях. По итогам независимой оценки качества были составлены и представлены главным врачам медицинских организаций и предложения по улучшению качества работы. Большая часть больниц уже представили планы. Отметим, были и опрошены пациенты первой и второй резбольниц, перинатального центра, онкодиспансера, станции переливания крови, центра медицинской профилактики, центральные районные больницы и межрайонные медицинские центры. В Туве завершена вакцинация против гриппа. По данным оперативного еженедельного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, на всей территории республики завершена вакцинация детей против гриппа в полном объеме. Общее число привитых составило более 93 тысяч детей и свыше 83 тысяч взрослых. На прошедшей неделе наблюдалась стабильная ситуация по заболеваемости ОРВИ с тенденцией к росту. За неделю зарегистрировано 1217 случаев заболеваемости простудными сезонными заболеваниями. Из общего числа заболевших 1041 случай составляют дети от 0 до 14 лет. По городу Кызылу зарегистрировано 575 случаев ОРВИ. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе снизился на 16,3%. Двадцать 21 ноября Московский театр «Мюзик-холл» выступит в Кызыле. Вниманию жителей и гостей столицы представится возможность увидеть комедию «Страсть Аполлона» или «Во всем виновата собака». Спектакль поставлен по мотивам произведений итальянского драматурга и режиссера, нобелевского лауреата по литературе Дарио Фо. По прошествию небольшого времени, по прошествии 2 лет, по приглашению замечательного театра наших друзей, Национального музыкально-драматического театра, мы приезжаем с новой постановкой «Страсть Аполлона».
которая вышла у нас в прошлом сезоне. Мы много где успели побывать, на Дальнем Востоке, на севере, в некоторых городах Сибири. И вот в рамках большого сибирского тура мы в том числе приезжаем в Кызыл. Мы будем работать и в Хакасии, и в Красноярске. 21 ноября на сцене Национального музыкально-драматического театра. Зрители порадуют звездный актерский состав, в который вошли народные артисты России Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко. Возглавляет театральный коллектив народный артист России, мастер комедийного жанра Валерий Гаркалин. Поработать в этом коллективе я с радостью. Это делаю еще и потому, что Дарио Фо один из моих любимейших драматургов. Продолжатели комедии дель арте, этого уникальной эстетики театральные, в которой уже мало кто играет в этом мире, но я считаю, что ничто так не делает артистом артиста, как участие в спектакле «Комедия дель арте». Стоит отметить, что актерской труппе удалось создать по-настоящему смешной спектакль в добрых традициях итальянской драматургии и фарса. Главный герой комедии – друзья-мошенники, все время играющие на грани провала. Примеряя образы разных людей, словно маски, они плетут настолько хитроумные аферы, что сами запутываются. Наш участок заберут и откопают какой-нибудь очередной колизей. Нет, этого не может быть. Потому что в Милане никогда не было колизея. Это доказано 100 раз. Черт подрал, мы этого не допустим. Комедия «Страсть Аполлона» поведает о том, что среди запутанных интриг и всякого балагана найдется место чувству, побеждающему любые преграды. Аполлон обязательно соединится с Дафной, и мифы тут ни при чем. Весной компания «Ампир» объявила акцию «Окно, дверь, машина». Были разыграны 2 телевизора и смартфон. Сегодня известно имя еще одного победителя. Все подробности далее. Соверши покупку в компании «Ампир» на сумму от 10 тысяч рублей. Окна, двери или натяжные потолки и получи промокод у менеджеров компании. Далее проходишь регистрацию на сайте www.ampir17.ru в разделе «Регистрация промокода по акции» и получаешь шанс выиграть автомобиль. Акция будет действовать до 15 декабря. 1 ноября был определен очередной победитель акции, и сегодня он здесь. Мы вас искренне поздравляем и вручаем вам ваш приз. Спасибо. Сложилось так, что много лет работаем в компании «Ампир». Заказывали постоянно окна, двери. То есть, ну, получилась акция, и выиграли в этой акции. Как раз все сложилось. В этом месяце у меня новоселье и день рождения. Такой неплохой подарок получили. Участвуйте в акции «Окно, дверь, машина». Приходите и выигрывайте. У вас еще есть возможность выиграть главный приз – автомобиль. Телекомпания «Новый век» рекомендует участвовать в акции «Окно, дверь, машина» от компании «Ампир» по улице Аюна Курсиди, 151 в городе Кызыли. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле облачно, с прояснениями, без осадков. Ночью -6, -8 градусов, днем 0, -5. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ирадане погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -12 градусов, днем -2. На Полке ясно, без осадков. Температура утром -8 градусов, днем -2. В Танзыбее ясно, без осадков. Температура утром -8 градусов, днем -2. По всей трассе проезд удовлетворительный.